Внутри вне дуршлага. Мы говорим с тобой на одном языке, используем одинаковые слова, у которых общепризнанные значения. Мы говорим совершенно о разном, описываем совершенно разные миры. Мы смотрим через одни и те же дырочки в дуршлаге. Но я смотрю изнутри наружу, а ты снаружи вовнутрь. А может быть и наоборот. Возможно ли, чтобы в мире вообще не было дуршлага?